Тишина, товарищи. Мирно! Так, слушай мою команду. Дорогие дети, мы сегодня собрались, чтобы провести военно-спортивную игру «Зорница» в честь погибших сотрудников органов внутренних дел ОМОН и СОБРа. Мы не первый год проводим такую игру. И мы хотим, чтобы вы были сильными, смелыми и такими же... Да, мудрыми. Поэтому мне хочется вам пожелать сегодня хорошей игры и победы. Побеждает сильнейший. Вопросы есть? Направо! По командам! Шагом! Марш! Так, правое плечо вперед! Правое плечо! Вперед! Сворачиваем! Смирно! Наш девиз! Мечтатели! Нас... Отставить! Равняйсь! Смирно! Наш отряд мечтатели! Наш девиз! Под алым парусом мечты плывем по жизни я и ты! Товарищ главнокомандующий, отряд мечтателей в количестве 7 человек на военно-патриотическую игру «Зорница» построен и готов. Рапорт сдал Балашов Иван. Рапорт принят. Вольно. Встать в строй. Дай дружно ногу, активистам дай дорогу. Эти дети молоко, вам до наших далеко. Товарищ главнокомандующий, команда активистов «Зорница» построена и готова. В количестве 7 человек капитан Алексей Сергеевич. Вольно. Встать в строй. Рапорт принят. Команда дал вольно. На старт, внимание! Руку! Пошел! Руку поднял! Следующий! Руку не забывай, ребят, поднимай! Ничего там не надо! Время! Минус один балл. Любовь, Первую вот в это. Пошел! Бернер, готовься! Вперед! Пошли! Пошли! Куда? Пошли! Куда? Куда? Ближе, 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 ближе! Рядом, рядом! Быстрее, быстрее, быстрее! Паутину пошел! Как учили! Вперед, 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 вперед! Вперед, вперед, вперед! Все, один этот, который уходил. Убрал ты его, Йо? А? Да, да. Следующий, бери гранату, кидай сразу, сразу, мы стоим! Не мешаем, вперед, вперед! Три. Да. Вперед, 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 санчек! Три. Сразу, вставай, бензин, вперед! Он оголял? А зачем? Время-то идет! Давайте, быстрее, Леша! Ну, медсестра у вас вообще долго выбирала больного. Я звездок свистнул. Все, задам. Виду формы сразу. Ну, не растерялся. Длинный поле.
готов, готов. Сразу на фильм и стреляет. Пять касаний. Опа. Сразу ходи. Сразу на фильм. Иди. Ну это ребята уже умеют стали. Видишь, уже аккуратнее делают. Кидай. Берем сразу, берем сразу. Раз, два. Каждый кидает, каждый. Два, три. Три. Два. Три попал. Ну да. Давай. Через круг. Зачем? Пусть одна. Не надо, не торопись, да тоже. Берем с собой. Не торопись. Лучше качественно сделайте. Повыше, пониже, пониже, повыше. Сейчас до лавочки. Быстрее, быстрее. Разрывай. Все, разрывай. Бинтуй. Торопись, завязывай. Ну, мы сейчас руку, блядь, помнешь, что ли. Тихо ты. Я-то номер. Марш! Руку, Айрат, руку! Руку подними! Двое на финиш. Один, два. Бросаем. Не ищете на руках. На лавку ее. На руках не ищете. Молодцы!
касаюсь ничего. Касаемся, не касаемся, не бойтесь, подбираемся. Аккуратнее, свищи уходит, сам главное не вступать. Торопись, Тамай. Не торопись. Они у номер Снайпер, бегло! Тихо, не стрелять. Не стрелять, пока вся команда. Быстрее! На старт, внимание, марш! А теперь осторожно, но быстрее, шаг! Пусть все пройдут. Вера. Все пройдут, самые юные идут. Молодец. Все, я знаю, это. Ну там явно был просто. Мы бы рады. Попасть надо в квадрат. Собрались, позвали. Раз, два. Два. Кидай. Все, кидай. Ну. Три. 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 Давай. Давай, быстрее. Четко. Вера, четко. Вика, давай. Быстрее! Внимание! На старт! Марш! Давай. Три. Давай кидай. Пять. Еще кидай.
Седьмой-то, кто у вас? Кто же туда? Инструктор! Да! Сади! Колено! Тихо! Так, не подходим. Судейского коллеги пока работает, вас пригласят. Представители команд, подойдите сюда! Представители команд! Или капитаны! Остальным покинуть! Так, у кого претензии есть? Никаких претензий. Ошибки, что-то, чего-то? Пожелания учителя? Нету, да? Мы вам верим, я думаю, что вы не будете. Да, нам надежды были, мы набрасывали баллы. Все, нам все, дорог все, каждый ваш ребенок. Да, и каждая команда для нас ценная. Вот, то, что участвует, уже молодцы. Вот прямо молодцы. Ивановский детский дом. Стрельба, всего один балл. Паутина, без ошибок. Минное поле, взорвался один, минус 5. Дот, 3. Сам инструктор, 7 баллов получили. Финиш у них 4:12:31. Пятое место получается. За нарушение преодоления самого круга минус 3 балла. Минус 3 балла. Значит, орбита. Стрельба 6 баллов. Паутина минус 5. Один сам, значит, подорвался. Убили, да. Минное поле минус 5. Один подорвался. Дот 3 балла. 3 заработали все попадания. Санинструктор 7 баллов. Время 4:02. Ровно. Третье место. Это что, 6 у нас? 6 баллов? Да. Чего? Ну, вообще-то, что уже итог. Всего этого. Подожди, итог еще. Да. Итог еще рано. Нет. Значит, костер не сделал. Так, новый дол. Стрельба 6 баллов. Паутина минус 1. Минное поле. Два человека подорвались, минус 10. Дот 3 балла попадания. Санинструктор 9 баллов. Время. Значит, время 4:06:47. Четвертое место. Минус 1 балл. Нарушение, по-моему, скамейка преодолевала, неправильно. Да. Значит, дом детства. 6 баллов, 6 очков выбили. Паутина чисто. Минное поле чисто. Дот 5 попаданий. Сам инструктор 8 баллов. Время 3:43:57. Второе место. Причал надежды. Стрельба 3 балла. Паутина 0. Минное поле минус 5 баллов. Дот 3 попадания. Санинструктор 10 баллов. Время 4:15:53. Шестое место. Паутина, почему 0 у них? Вывели. Минус 5. Кто? Почему? Вот. Паутина. Я минус 5 это минное поле. Минное поле, минус 5. Паутина, когда касается. Паутина, когда там касается. Да. Базар и Сазган. Попаданий в мишень 10. Паутина. Минус 2. Минное поле чисто. Дот 6 попаданий. Санинструктор 6. Время 3:22. Это со штрафным. У них 3:12 было. Штрафные. Они тут путали у нас. Да. Мы их в этих сразу в армию можно забрать. Значит, сразу поедем. Но время первое. Первое место. А какой да. Они первые-то? Они два круга бежали по диагонали от стола рыжего и сразу к санинструктору. Они бежали вокруг стола. Вот отсюда, они два вот раза. Вот сюда заходили первый раз, второй раз они вот входили. Первый раз не заходили, второй раз зашли, третий раз не заходили. Вот два минуса стоит. Минус один балл, минус один балл. Здесь что правильно все делали. А стрельба как у них 10 получилось, непонятно. А что? 8 выбили. Вот можете посмотреть. А здесь у всех вот лежат. Ну, конечно, базарный Сазган, я не знаю. Где мишень-то? А, ты смотри. Вот восьмерка. А вот двойка. 10 очков. Все понятно. Не 10 попаданий, а 10 очков. Я говорю, вот это говорить надо. А то 10 очков надо говорить. 10 очков. Еще первое место скажите, базарный Сазган, нет? Так. Конечно, первый. Вы что, там на всех 9 классы? Им по 18 лет, вы что? Нет, а дело в том, что у них безобразная игра была. Да, да. Такая продолжается.
Дом детства, второе место. 24 балла. Третье место, орбита. Они вместе, они одинаково набрали количество очков у них с причалом надежды. Но стрельба у них 6 баллов они выбили. А орбита 3 балла всего. 3, то есть очка. Да, наоборот, я сам. Да, наоборот, извиняюсь. Там 6, а здесь 3. Поэтому им дается выше команды. Третье место. А четвертое место у причала. Пятое место, новый долг. 9 баллов. И шестое место, Ивановский детский дом, чего здесь непонятно. Только непонятно, как вы считали, откуда 5 баллов, почему 5 баллов? И там 24, разница такая большая получается. Что-то никак непонятно, как вы считаете. Ну, штрафных у нас с тобой. Непонятно, как счет идет. А минуса идут за минное поле. Нет, я понимаю. Вот минус 3 было у вас, и штрафных было минус 3. Значит, санинструктор у вас 7 было, дот у вас был, всего 3 попадания. Минное поле, минус. Один подорвался. Да. Нет, ну, стрельба, стрельба был 1 балл. А как вы считаете, здесь 3, 7? Сюда попадание, количество. Ну, понятно, попадания. Хорошо, 3, 7, это 10. Это плюсуется, это минусуется. А это минусуется. Хорошо. У нас все 19. Одна всего единица. Нет, одна единица, это дается точка. Один балл. Это я понял. Один балл. Девчонки были. Да. Если было бы 10, то понятно, бы уже были бы. Здесь паутина, допустим. Это шевни, все, у нас с вами символика, девиз и все остальное. Будет подводиться итоги. И там потом будет общий итог складываться. И конкурс командиров. Это пока только эстафета. Да, эстафета. По эстафете. Костер. Костерочек, стрельба. А потом командиры будут. Съехать назад, да? Еще можно дальше. Вот вы так себя не настраиваете. Командиры. Все собрались? Да, да. Значит, Ивановский детский дом. Где? Здесь? Да. Здесь. Здесь. Значит, приветствие. Ивановский детский дом. Название. 3 балла. Девиз. 3 балла. Символика. 0. Никакой нет символики. Здесь символика. Почему символики нет? Символики нет. Есть. Сейчас повесим. Нет, 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 мы не про вас говорим. Ивановский. Ивановский дом. У одного только? Нет, у всех у нас там. Тогда добавим. Давайте, телефон, какая сигурочки конкретные. Ну, Саву спрашиваем, а Саву показать всем. Дальше рапорт 4 балла. Да. Значит, мы вас наказали, вот тут более долго готовились. Пришивали пока тут приклеили. Здесь стояли в строю, а вы так все. Вас ждали. На минус 1. Значит, здесь получается, посчитай количество. 5, символика 3, дальше рапорт 4, 17 баллов. У Ивановского 19, нет, не 19, а минус 1. 19. 17. Да, 19, это же просто. Да, 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 ну все, да, 19. Значит, новый долг. Название команды 4 балла, девиз 3 балла, символика 3 балла, рапорт сдачу 3 балла, получается 13. Молодчик. Разгорелось, огонь пошел. Если не затушили и убежали, значит, вам зачета не снизит. А это... Вы, вот все, как только вам судья скажет о том, что, значит, зачет, вы начинаете тушить. Зажигалки нельзя. И тогда уже у вас спички будет есть у кого еще? Нет, а? И ребят, судья кричит на спич... финиш. Да, вон. А то скажешь, бери и потом дал. Да. Проверь. Не, просто проверь. Поджигаем, разжигаем. Загорелось. Командир, вам судья говорит, зачет, вы тушите, он кричит вам, финиш, вы бежите на финиш, я отсекаю время. Говорю на финише, каждому время свое. На старт. Будет давать. Бить вас будет исходный рубеж. Пока не пригласят. Предупреждаю, ушли. Предупреждаю, кто зайдет за эту линию, какая команда. Капитан команды будет наказан одним баллом. Так, с правой стороны тоже уходите. Айда вон на лавку. Алиса, тоже уходите. Линия огня.
болеете, я не против, но вот ходить за линию огня нельзя. Это пулька, которая попасть может в глаз и останется на всю жизнь калекой. Так, приглашается капитан команды. Балашов Иван. Какой? Балашов Иван. Балашов Иван. Так, заряжен. Три выстрела. В одну мишень. Готов? Внимание! На старт! Марш! Балашов Иван и Горячев Сергей. Второе место, 46, Печканов Максим. Да? Рано радуйтесь. Еще не все. Нет, уж 150. 150. Они стоят. Балашов Иван. Я. Поздравляю. Занявший первое место. Подарок ценный. Приз. Сейчас мы кубок тебе вручим. Все остальное на ухо. Горячев Сергей. Второе место. Погодин Александр. Лидеры. Значит, каждый из них принес команде. Один 19 баллов, другой 15, третий 17. Значит, добавится, да. Четвертое место Вичканов Максим. 14 баллов. Мы сегодня с вами показали свою удаль, как нужно. Защищать родину. Готовиться надо к этому. Многие показали очень хорошие результаты. Есть те, которые у нас отличились. Мне сегодня как никогда понравились наши юные защитники Отечества. Это прицел надежды. Вот где проявили волю к победе. Любовь к родине, к нам, ветеранам. Большое вам, ребят, спасибо. Сейчас мы подвели уже итоги. Мы определили, кто первый, кто второй, кто третье место. Командиров определили, кто занял первое, второе, третье место. Значит, никто не уйдет без подарков.
Всех поощрим обязательно. Ну а главное, вы сегодня сами себе подарили. Это здоровье. Вы поняли, что этим нужно заниматься каждый день. Заметьте. Спорт — это главное. Спорт, я вам скажу, будет помогать и в труде, и в учебе. Это точно. Старайтесь хорошо учиться, чтобы дисциплина у вас была нормальная. Отдохните за лето. Сейчас самое прекрасное время. Отдохнуть, набраться сил и дальше заниматься. Какие наши ветераны, конечно, спасибо вам. Вот они, ребята, находятся здесь. Вот здесь находятся ветераны. Благодарят вас, всех участников за это участие в соревнованиях. Благодарят ваших воспитателей, руководителей. Тех, которые здесь с вами находятся. Еще раз спасибо вам. Приступаем к награждению, так? Спасибо. Слава судье. Слава судье. Вы не просто первый раз приняли в теле спорта. Вы уже занимались, уже не раз проводили, участвовали в этих соревнованиях. Также молодцы, что вы выиграли. Молодцы, что вы приезжали с ответом. Молодцы, что вы стрельнули. Пусть не важно, кто стрелял, но это уже достижение. Вы подержали в руках оружие. Это хорошо. И свою команду каждый вытягивал как мог. Кто подгонял, кто за руку держал, кто кричал, кто хлопал в ладоши. Как генерал, старший генерал сказал, что это спорт помогает и в жизни, и в учебе, и в работе. А вы все мужчины, женщин тоже боятся, как говорится. Во время войны женщины основную работу делали. Да, основную работу делали. И раненых перевязывали, и на себе носили раненых. Сделали большое дело. Поэтому...